Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab Active 2 изменить обои. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел обои. Можем выбрать одни из вот этих вот обоев по умолчанию, можем выбрать любые другие обои, просто загрузив картинку из галереи, как я и поступлю. Затем выбираем, хотим ли мы установить эту картинку на главный экран, на экран блокировки или же на оба экрана. Вот так примерно у нас будет выглядеть изображение. Можем здесь настроить, как они будут выглядеть. Как-то так. Нажимаем установить как обои. И как видите, обои поменялись. И на экране блокировки тоже. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.